Кто играет на пудже, можете поставить на первой минуте вард. Даст большое преимущество. Вы не дадите экспу за этого крипа и голды. Встаем вот так вот. Как на данном видео. Вот так мы встаем. Голова в текстурку аж прям зажимается. И нужно хукануть под определенным направлением между вот этих двух елочек крипчика. Вытянуть. И он залезет на пригорок. Первая минута у нас подходят крипчики. Между двух елочек потом мы кидаем хуку. Хук вот так. Оп. Все, крип у нас наверху сидит. Золото экспу за него с первой пачки не получит противник. Теперь нужно поставить наверху. Наверху нужно делать в два захода. Встаем вот так вот сюда на этот пригорок за пальмочку. Там забагованное место. Вот заходим вот так вот прям. И хукаем крипа. Крип, когда подтягивается, он замирает, и он уходить не будет. Встаем также за наш, за нашу скалу. Зажимаемся, чтобы текстурка прям вот так же залезла. Прям вот туда вот камерой. И он аж залазит немножко на этот пригорочек. Встает. И хукаем. Курсор наводим чуть выше крипа. Где-то чуть выше его головы. И все. Верхний в два захода ставится. Нижний в один на первой минуте. Прям сразу с одного хука. Так что поочередно там. Как можно внизу поставить, потом наверху. Вот у нас остается вот такой вот вижен. Неплохой достаточно в ночное время. Верхний. Верхний спокойно тут чекает обстановку. Желательно хукать милишника. Потому что если поставить ренжа, то кто в радиусе будет, он будет атаковать и его просто заберут, снимут. А вот радиус ночной нижнего. Вот такой радиус обзора нашего криптоварда в дневное время нижнего. И вот у нас обзор верхнего варда.